Чиркин Алексей Николаевич, операционный директор проекта Cool Star System. Добрый день. Слышно меня, да? Да. Хорошо. Меня зовут Алексей Чиркин. Я представляю проект Cool Star System. Проект новый, как в жизни человека, как и на фестивале товаров. Наш проект занимается внедрением в жизнь пропагандой и популяризацией низкотемпературного воздействия на организм человека. На организм в целом и на физическую составляющую, на все органы и системы, и на психоэмоциональную сферу, что является интересным для всех здесь присутствующих. Я приветствую участников фестиваля фестиваля саморазвития, психологии и тренинга, всех людей и организаций, которые здесь объединились для одной цели – для создания прогрессивного, радостного и здорового способа жизни. И мне бы хотелось до воскресенья донести до вас ту информацию, что криотерапия, воздействие низких температур на организм человека, может стать большим подспорьем и шагом вперед в работе каждого из вас, здесь присутствующих, без преувеличения. Нас всех на этом фестивале объединяет одна цель – создание, освоение и продвижение новых, эффективных методов и практик развития человека, раскрытие способностей, внутреннего потенциала человеческого тела, сознания и духа, стремление к здоровой, яркой и полноценной во всех смыслах жизни. За последние десятилетия в арсенале современной психологии и традиционных систем развития человека накопился огромный набор эффективных средств и инструментов для саморегуляции, личной трансформации, психотерапии, изменения сознания, релакса, оздоровления и повышения личной эффективности. Различные методы и направления психологии тренинга обеспечивают решение всех главных общественных задач развития. Это личностный рост и всевозможные духовные практики, безопасность, это оздоровительные всевозможные системы, удовольствие и комфорт, релакс. Существует множество практик, множество подходов, множество учителей, и зачастую разобраться в этом океане бывает очень непросто. В сфере психологии, тренингового бизнеса, оздоровительных услуг растет конкуренция. К сожалению, иногда она является не совсем добросовестной и качественной. Отсутствуют единые стандарты качества и безопасности. Многие методики, подходы, сферы и направления бывают даже зачастую противоречат друг другу. Многие практики и направления достигли выдающихся успехов в решении каких-то узких личностных задач клиента. Они определенно работают только с определенными локальными небольшими проблемами, скажем, или личностной, или деятельностной сферой человека. Другие стороны личности при этом не задействуются, что, в общем-то, снижает результат воздействия для клиента. В результате этого, в первую очередь, страдает наш конечный потребитель, тот человек, который приходит к нам за помощью, иногда даже сам не зная, как. Вот. И людям очень непросто сориентироваться в том потоке методов, практик, направлений, мастеров. И вот именно преодоление фрагментарности и создание интегрального подхода – магистральное направление современного психотренинга, оздоровительных систем и науки о развитии способностей человека. Именно в этом направлении работают ведущие тренера и разнообразные психологические школы современности. На мой взгляд, на взгляд проекта Cool Star System, настало время сделать качественно новый шаг в развитии тренинговой сферы и релакс-технологий. Необходимо создавать и продвигать целостность интегральной системы тренинга, релакс-услуг и психотерапии, пользуясь которыми человек мог бы решать комплекс самых разнообразных жизненных задач, начиная от саморегуляции и эмоциональной поддержки до определения стратегических ориентиров развития, решения личностных проблем и самопознания. И будущее именно за системами, навигаторами личностного роста, интегрального оздоровления и интенсивного релакса. Для этого что необходимо? Для этого необходима интеграция, объединение усилий различных психологических и тренинговых систем. Именно на Тавале, как нигде, собрались профессионалы, которые, я думаю, осознают это и понимают. Сегодня есть и социальный заказ на высокоэффективные интегральные системы психотренинга, оздоровления, релакса.
Глобальные переходные процессы, которые мы видим, изменения в мире, обострение конкуренции, общественная нестабильность, высокий уровень стресса и требования к человеку, формирующемуся в информационном обществе, все это существенно, все это резко повышает уровень требований к психологическим услугам и релакс-технологиям. Новые методы, системы, подходы должны рождаться и уже рождаются именно на стыке наук о человеке, биомедицины, социального знания, тренингового дела, бизнеса и инженерии. По отдельности никто не может уже решить острые задачи современности. Необходима, еще раз повторю, интеграция и сотрудничество. В этом большом деле могут и должны использоваться не только традиционные методы работы психолога, тренера и медика, но и принципиально новые средства, которые соответствуют духу эпохи и способны качественно усилить интенсивность и эффективность воздействия на человека, комплексного воздействия на человека. В том числе это и аппаратные методы, аппаратные подходы. На сегодняшний день психология, образование, тренинг являются, пожалуй, одними из немногих сфер деятельности человека, где основным рабочим инструментом является сам психолог, мастер, тренер или учитель. Поэтому труд инженеров человеческих душ, как его называют, так часто бывает очень тяжелым и иногда даже неблагодарным. Но мы на пороге информационной эпохи до сих пор работаем по старинке, вручную, на уровне даже не индустриальном, а ремесленном. Современная наука и техника, достижения научно-технического прогресса могут помочь решить эту задачу, оказать помощь психологу, вывести его эффективность на качественно новый уровень. Аппаратный подход для воздействия на человека давно и прочно утвердился в медицине. Уже более 100 лет заслуженной и оправданной популярностью действительно пользуется физиотерапия с использованием электричества, холода, тепла и других аппаратных методов воздействия на человеческий организм. За последние десятилетия стали интенсивно развиваться и аппаратные спа-технологии в релакс-сфере. А вот для психологии тренинга аппаратный подход пока в новинку. Ну, за исключением все слышанной системы биологической обратной связи, системы виртуальной реальности и некоторые другие приборы, воздействующих на сознание человека. Однако человек — это комплексная, целостная система, психофизическая система. И аппарат для повышения эффективности работы психолога и тренера должен оказывать воздействие не только на сознание, но и на физическое тело человека. Наши аппараты – это не азотные криосауны с рабочим диапазоном температур от минус 60 до минус 120 градусов по Цельсию, куда помещается, естественно, человек. Воздух внутри сух и полностью пригоден для дыхания. Во время процедуры идет звуковое озвучивание, что делает процедуру как никогда комфортной и приятной на определенном этапе. Создан нами уникальный проект курса Stealth System. Проект пропаганды и популяризации аэрокриотерапии как неотъемлемого элемента здорового образа жизни любого современного человека. Также нами разработаны всевозможные различные партнерские программы как для врачей, так и для массажистов, косметологов, психотерапевтов, тренеров личностного роста. Уникальность, принципиальное отличие и преимущество нашего метода состоит в том, что у тренера, психотерапевта не было до сих пор такого мощного и эффективного разгоняющего психику инструмента. Наряду с этим минимальное количество противопоказаний применения аппаратной аэрокриотерапии, значимость и гамма положительных эффектов делают аэрокриотерапию уникальной, инновационной и неотъемлемой методикой в жизни человека и в работе любого специалиста, работающего с человеком. Возможно, у некоторых здесь присутствующих возникло некое опасение, когда мы применяем такие слова, как аппаратные методы в психологии. Дескать, не заменит ли машина специалиста? Не будет ли обезличен тонкий механизм работы с личностью и душой? Но давайте спросим себя. Что такое аппарат, механизм, прибор, машина? По сути, это искусственное приспособление, созданное в первую очередь человеком, которое увеличивает возможности того или иного специалиста.
дает возможность человеку, дает дополнительные функции и увеличивает его производительность, эффективность его труда. Первыми техническими средствами были палка, каменный топор. Сегодня мы живем в технической машинной цивилизации. Вокруг даже переизбыток техники, что, в общем-то, тоже вызывает ряд проблем, ряд сложностей, ряд всевозможных неприятностей. В связи с этим в обществе появился страх машин, искусственности и техники вообще априори как таковой. Однако настоящее и наиболее правильное предназначение машины – это не вытеснять человека, не отнимать у человека лучшие человеческие качества и способности, а гармонично дополнять возможности человека и расширять их, избавить человека от рутинной, трудной работы, оставить ему больше времени для креатива и творчества. Без инструментов и машин развитие общества и человека как вида, вероятно, были бы невозможны вообще. Проблемы не в инструментах аппаратов, а в неверном их применении. До сих пор таких аппаратов практически не существовало, поскольку не было известно мощных, эффективных, целенаправленных и безопасных для здоровья техник и методов аппаратного воздействия. А физиотерапия в медицине, о которой мы говорили, так и осталась вспомогательным средством и не выработала даже единой концепции. Однако за последние десятилетия в этой сфере произошел качественный прорыв. Коллектив проекта Cool Star System разработал уникальную технологию низкотемпературного воздействия. Хотелось бы остановиться на таком вопросе. Почему именно холод? Отвечу. Холод – это один из сильнейших и древнейших факторов и природных ключей для влияния и на живую клетку, и на человека в целом. Проблема адаптации к холоду возникала значительную часть времени эволюции жизни на Земле в целом и большую часть истории вида человека разумного. Наверное, нет такого другого фактора, который столь мощно бы включал антистрессовые, адаптогенные и релакс-реакции нашего с вами человеческого организма. Воздействие холода в тысячелетия использовалось для оздоровления, закаливания и развития способностей человека. И есть глубокие корни в этом воздействии. Это и русские традиции, и североевропейские, и, в общем-то, практически все культуры древнего мира. Мы вывели искусство воздействия холода на принципиально новый уровень. Наши исследования показали, что воздействие холодного воздуха при сверхнизких температурах в особом режиме может стать не только закаливающим средством, но оптимизирует и производит своего рода разгон обмена веществ, служит мощным антидепрессантом, омолаживающим, ноотропным средством, средством от избавления лишнего веса, а также повышает социальную адаптацию пациента. Все это достигается за счет мощной активации защитных сил организма и запуска систем саморегуляции нашего организма. От ядер подкорки мозга до эндорфинной системы и гормональных регуляторов. Однако это далеко не все. Исследования группы медиков, физиологов, тренеров показали, что аэрокриотерапия на сегодняшний день оказывает на организм воздействие, сопоставимое с лучшими релакс-технологиями, психотехниками и аутотренингами. После сеанса криотерапии в криосауне у человека наступает выравнивание тонуса мышц сосудов, а также сброс мышечных напряжений. Таким образом, от 3 до 10 минут, проведенных в криосауне, позволяют достичь того же эффекта, которого неделями могут добиваться хороший массажист или специалист по телесно-ориентированной практике. После криосеанса также наступает эффект, сопоставимый с эффектом от сеанса аутотренинга, самогипноза, оздоровительной медитации или сеанса саморегуляции. И еще один очень важный эффект. Поскольку у человека происходит разгон психики и обмена веществ, повышается обучаемость, сопереживание, восприимчивость психики. Происходит сбрасывание старых импринтов и стереотипов поведения и восприимчивость к освоению нового. Также биосеансы повышают восприимчивость организма ко многим видам психического и телесно-ориентированного, особенно массажного воздействия. Таким образом, криосеансы могут быть использованы не только в медицине и в сфере релакса, но и в психотерапии, тренингах личностного роста,
программах интенсивного образования и обучения, развития способностей человека, в командостроительстве и программах социальной адаптации. Исходя из этого, вырисовываются три большие сферы применения аппаратной криотерапии. Первое – это медицинская, та, которая на сегодняшний день более-менее развита и востребована. Это и реабилитация, терапия, контроль веса, закаливание, воздействие на все системы физиологические человека. Вторая сфера – это релакс техники, индустрия комфорта и отдыха. Это саморегуляция, интенсивный криорелакс, косметология, спа-индустрия, спортивный отдых, массаж, фитнес, все что угодно. И третье – это психология, приемлемое дело и образование. Сам по себе криосеанс – это мощное средство воздействия на человека. Но гораздо ценнее будет комплексная система воздействия, когда мощь криотерапии соединится с чуткими руками массажиста, с влиянием психолога или тренера. Криосеансы не отменяют традиционные методы воздействия на человека, но дополняют, усиливают и раскрывают. Мы даем в руки психологу, тренеру, педагогу и массажисту мощный дополнительный инструмент для повышения эффективности собственной работы. Поэтому целесообразно создать вокруг криосалона своего рода конвейер из специалистов, практиков в области здоровья, в области развития человека, педагоги, консультанты, бизнес-тренера. Только тогда мы окажем целостное воздействие на человека, и клиент, пришедший в криосалон, получит интегральный инструмент для решения своих личностных, оздоровительных или стратегических задач в зависимости от собственных потребностей и запросов. На сегодняшний день мы поставили амбициозную и большую задачу – создание в Украине СНГ сети салонов криотерапии и криорелакса, где человек сможет не только восстановить силы, развлечься, получить заряд здоровья и бодрости, но и психологическую или медицинскую поддержку, а при необходимости и услуги консультанта или персонального тренера. Для этого созданы и разработаны разнообразные программы. Криотерапия, криорелакс и криоспа, криоантистресс, мотивационная программа «Стратег», программа «Молодость, красота и гармоничное тело» для нормализации питания и сброса лишнего веса. Также создаются программы личностной коррекции с использованием именно криосеанса, а также развлекательные корпоративные мероприятия с использованием криосалона и специализированные медицинские программы для страдающих диабетом, целлюлитом, лишним весом, спектр применения не ограничен. Мы приглашаем к научному, творческому и бизнес-сотрудничеству заинтересованных психологов, медиков, тренеров, косметологов, массажистов. Всех, кто хочет и может принять участие в исследованиях, разработке и последующем внедрении психологических и оздоровительных релакс-программ с использованием криотерапии. Сегодня мы поставили задачу разработку интегрированной бизнес-модели создания оздоровительного, экономически прибыльного криосалона с коллективом специалистов-профессионалов, а также криоклуба саморазвития здорового образа жизни вокруг салона для поддержки и помощи нашим клиентам. Эта бизнес-модель будет распространяться в различных городах Украины и СНГ на франчайзинговой основе, что дает широкое поле для сотрудничества и бизнес-проектов с инвесторами, бизнес-агентами, всевозможными общественными организациями. Мы будем рады видеть в системе проекта Cool Star System организации и личностные персоны. Это владельцы действующих салонов криотерапии любого вида. Это владельцы любых салонов, работающих как с телом человека, так и с его сознанием. Инвесторов, бизнесменов, желающих создать бизнес в рамках проекта Cool Star System. Научных работников для создания всевозможных различных методик. Врачей-специалистов, психологов, массажистов, косметологов, консультантов и тренеров. Журналистов, блогеров, редакторов и владельцев средств массовой информации. Поскольку криокамера сама по себе является модификатором человеческого состояния, и вокруг нее должен и может сложиться коллектив из профессионалов и энтузиастов саморазвития личного становления. Именно поэтому компания Cool Star System объявляет об организации криоклуба саморазвития и здорового образа жизни. Извините, пожалуйста. Наш криоклуб – это открытая площадка, где можно встречаться, дискутировать, проводить мастер-классы, тренинги и всевозможные обучающие программы.
обмениваться опытом, организовывать развлекательные и познавательные мероприятия. Для участия в Крио-клубе мы приглашаем тренеров, психологов, организаторов тренингов и мероприятий, энтузиастов здорового образа жизни. Первое мероприятие Крио-клуба состоится 11.10 в 18.30 по адресу улицы Скорохода 4, это метро Полтавский шлях, на территории Института восстановительной медицины. Именно товарифестиваль, площадку для демонстрации новых и традиционных направлений развития человека, мы выбрали для приглашения к сотрудничеству и презентации концепции Крио-клуба. Присоединяйтесь. Сегодня у нас первый единственный доклад. В среду завтра у нас будет мастер-класс «Аппаратный релакс как инструмент приправа и волшебная палочка для психолога». В четверг будет мастер-класс «Крио-клуб». И 7 октября в воскресенье будет мастер-класс на тему «Как заработать денег психологу и тренеру. Франчайзинговая модель Крио-релакс». Всех заинтересованных мы будем рады видеть как для себя, так и для своего, и для своего бизнеса и развития всех своих методик и воздействий. Еще раз напомню о том, что криотерапия применима и является дополнением в любой методике, в любой схеме воздействия на человека, как физиологически, так и психоэмоционально. Наша палатка стоит справа от входа, от центрального входа в лекторий. Подходите, мы ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо за внимание.